Решение Зихры выйти замуж вызывает в доме эффект разорвавшейся бомбы. Эндер в шоке встречи с Синаном и в то же время пытается обелить себя и остаться в доме. Йылдыз больше не может терпеть то, что Эндер старается руководить ею, поэтому ищет пути, как опозорить ее. А в руки Эндер, которая очень разозлена, попадает козырь против Йылдыз. Алихан сталкивается с травмой, которую он пережил в детстве. Посмотреть очередную 13-ю серию турецкого сериала «Запретный плод» на русском языке вы сможете уже 11 июня. Всем спасибо за внимание. Пока!